Здравствуйте, я буду говорить на русском языке. Мне сегодня очень приятно просто поделиться своим опытом. Я приехала из Армении. И простите, если у меня будут английские слова, просто я все хотела донести до без перевода и хотела поделиться своим опытом. Я знаю, что у меня 3 минуты, я буду очень кратка. Я родилась в области туризма. Мне было очень мало лет, когда я вернулась из Соединенных Штатов, пропагандировать туризм моей страны. Никто в это не верил. Верила только я одна. И верил, и поверил мне USAID. Мы начали в 2003 году. В Армении не было ни одного туриста. Мы принимали 10 тысяч человек. Это было то же самое, что сейчас я вижу сегодня в Молдове. Были те же реформы. Сегодня я горжусь тем, что у нас более 1,3 миллиона туристов, которые приезжают в Армению. Сегодня непосредственный вклад туризма в ВВП Армении составляет 392 миллиона долларов. Это 3,3% всего ВВП в Армении.